Рубль, вот, по мнению многих аналитиков, сегодня занял примерно ту нишу, он будет колебаться в пределах там 3-5%, но он уже занял свою нишу. Все, вот такая ситуация, она стабилизировалась. Я как бы согласен, да, я не вижу там перспектив глобального падения курса рубля в ближайшее время. Очередной разговор, но до 85 мы можем дойти, так, это мой прогноз. До 85 мы можем дойти. Спасибо. Ну, это 20% еще, да, там некий запас есть. Я имею сбережения. Да. Не, но здесь нужно говорить, что с учетом уже и падения инфляции, потому что прогнозы, общие прогнозы, 16-й год, инфляция, начиная с первого квартала, будет существенно снижаться. В любом случае, все как бы все проходит, все меняется. Мы уже прожили два тяжелых года. То есть, по моим прогнозам, ну, еще максимум 2 года. И в любом случае, жизнь, она как бы сама по себе. Так, черная полоса сменится на белую.